братья и сестры, я вас всех приветствую. Сейчас начнем чтение часов и сразу после этого Божественной Литургии Святого Василия Великого. Сегодня четвертая неделя Великого Поста, и остается уже мало времени до Святой Пасхи. Остается еще пятая неделя, которая будет посвящена Святой Марии Египетской. И потом после того уже вход Лазарева субботы, вход Господень в Иерусалим, уже конец Великого Поста. Две недели осталось, и все. До Страстной недели. А сегодня мы празднуем и поминаем святого Иоанна Лестничника, один из великих подвижников православной церкви, который жил в конце 6 и в начале 7 века и написал, он стал игуменом еще, он уже пожилой человек был, но было приблизительно 65 лет, когда его братья в Свято-Екатеринском обители на Синайской горе выбрали его, чтобы он стал быть их игумен. И он был очень благочестивый, и все монахи в том регионе знали о нем и просили его, чтобы он хоть бы что-то записал о советы, там какие-то, можно сказать, указания, как надо жить православному, и тем более для монахов, и тем людям, которые стараются подвязаться и иметь какие-то сближения с Богом. И он написал книгу под именем «Лестница», «Лестница ко Царству Небесное». И вот здесь эта книга очень великая, для нас она очень имеет много полезного нам, которые сейчас, даже мы не монахи, но мы живем в мире, но у нас сейчас Великий Пост, и для нас там очень много хороших указаний и советов для нашей жизни. Еще побольше об этом скажу в время проповеди. Dear brothers and sisters, I welcome you all back to begin the reading of the Hours and then the Divine Liturgy of St. Basil the Great. Today is the fourth Sunday of Great Lent. Very little time remains until Pascha, 2 weeks actually, because next week is the fifth week, which is dedicated to the memory of St. Mary of Egypt. And then it's already Lazarus Saturday and the entrance of the Lord into Jerusalem, Palm Sunday. So very little time remains until Passion Week begins. And Great Lent ends on Palm Sunday, and then Passion Week begins, and it's the final climb to Great and Holy Pascha. This week is dedicated to the memory of St. John of the Ladder, St. John Climacus, as he's often called, and the Greek Climacus means of the Ladder, who was a monk who lived at the end of the 6th and the beginning of the 7th centuries. He became an abbot of a very important monastery quite late in life. He was approximately 65 years old when the brethren of St. Catherine's monastery on Mount Sinai elected him to be their new abbot, a role which he fulfilled very well. And he became very well known for his monastic rule, his approach to the spiritual life, so much so that monks all around the area asked him to write down his thoughts and his guidance so that it could be shared with others. And he did this in a book called The Ladder of Divine Ascent, a book which describes how we should spiritually ascend towards heaven. And I'll say more about this in my sermon, but that book became very widespread throughout the Orthodox Church. And it's actually, even though it's directed at monastics, it's very useful for all of us who are participating in this pathway of Great Lent, and so this is why he is appointed for the fourth Sunday. Thank you.
свята, ныне и присно и во веки веков. Помолимся,
благорастворение Востока по изобилии, по всемных и временных мирных Господу молимся. Уплавающих, путешествующих, ненубежащих, страждущих, пленных, и о спасении Господу помолимся. Вы избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Христа Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Himself saying, surely blessing of
heavens swear by one greater than themselves, and an oath for confirmation is the end of all their dispute. Thus God, willing to show more abundantly unto the heirs of the promise the immutability of his counsel, confirmed it by an oath, that by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we may have the strongest consolation, we who have fled for refuge to hold fast the hope set before us, which we have as an anchor of the soul, sure and firm, and which entereth in even within the veil, where the forerunner Jesus is entered for us, made a high priest forever according to the order of Melchizedek. Bratie, jako čada svijeta hoditie, Lord Bogu hodni, jest po svjakoj blagostivi i pravdje istinje, i slušajuće što jest blago godno Bogovi, i nije priopćajte sja, kad je Bog je tvoj njitvoj, pače će i običajte, i bajeva javo otaj od njih, sramo jest i glagolati, sjaže i običajeva ja, od svijeta javljajte sja, svijemo javljajemo je svijet jest, svijego radi glagoljet, ostani stjaj, воскресни от мертвых, и освятит тебя Христос, и удиди у Бога, как опасно ходите, не яко же не мудрый, но яко же премудрый, искупующий время, яко твие лукавый суть, всего ради не бывайте несмысленны, но разумевающие, что есть воля Божья, и не убивайтесь я вином, вем же есть блуд, но паче исполняйтесь я дух, исполняйтесь я духом, ладонющие себе он совет и пение, и песни духовных, воспевающие и поющие в сердце ваших, Господи, ми. И вам слышно. И духами Твоего. Аллилуйя, Тласче, Верти, нам не сыню спевай царство истинной рады и кротости и правды. Слава Тебе, Господи, Слава Тебе, Господи!
приведут Сына Моего к Тебе, имуща Духа Неба. И те же, колежда имя Тебе разбивает, ибо и пены тищит, и скрежещет зубы своими и оцепеневает. И рек учеником Твоим да исчинут его, и не возмогоша. Он же, отвещав ему, глаголя о родине верен, доколе буду с вами, доколе терплю вы, приведите его ко мне. И приведуши его к нему, и видев его, обедут стряси его, и под на земли валяшися пены тища. И вопроси отца его, колика лет есть от дни лишь сие бысть ему, он же рече из детска, и много же на его огне верже его и в воды, и да погиб погубит его, но ащет, что можешь, и помози нам милосердного фона. Иисус же речи ему, ежащи, что можешь веровать, и вся возможно верующему. И обе возбив отец, отрочати со слезами глаголище, веруй, Господи, помози моему неверию. Видевши Иисус, яко срищится народ, запрети духу нечистому, глаголи ему души немые и глухие, асти повелеваю, изыди из него, и к тому не вниди в него. Ибо запив и много пружався, изыди, и бысть, яко мертв, яко же мнозе, глаголите, яко умре. Иисус же ем его за руку, воздвижи его и восстав. И вшедши ему в дом ученицы его, вопрошав его единого, яко мы не возмогоком изгнать его. И рече им сей род, ничим же может изыти, токмо молитвою и постом. И оттуда исшедши, идя сквозь Галилею, и не хотяши на кто весть, учащи ему ученики свои и глаголаши, яко Сын Человеческий предан будет в руце человечести, и убьют его, и убиен бы в третий день воскрес. A certain man came to Jesus, falling down before him and saying, Teacher, I brought you my son, who has a mute spirit. And wherever it seizes him, it throws him down. He foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. So I spoke to your disciples that they should cast it out, but they could not. He answered him and said, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him to me. And they brought him to him, and when he saw him, immediately the spirit convulsed him, and he fell down to the ground and wallowed, foaming at the mouth. So he asked his father, how long has this been happening to him? And he said, from childhood, and often he has thrown him from both into the fire and into the water to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us. Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. Immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help my unbelief.
When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the unclean spirit, saying to it, Deaf and dumb spirit, I command you, come out of him, and enter him no more. Then the spirit cried out, convulsed him greatly, and came out of him. And he became as one dead, so as many said, he is dead. But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. And when he had come into the house, his disciples asked him privately, Why could we not cast it out? So he said to them, This kind can come out by nothing but prayer and fasting. Then they departed from there and passed through Galilee, and he did not want anyone to know it. For he taught his disciples and said to them, The Son of Man is being betrayed into the hands of men, and they will kill him, and after he is killed, he will raise the third day. Во время оно по Иисусе души народи мнози, от Галилеи Десятиграда и от Иерусалима и Иудеи Солного полу Иордана, Узревши народы взыти на гору, и сечи ему, приступивши к нему ученицы его, и отверз уста свои лучашие глаголя, блаженни нищие духом, яко те есть царствие небесное, блаженни плачущие, яко те утешатся, блаженни кротцы, яко те наследят землю, Блаженни алчущие, жаждущие правды, яко те насытятся. Блаженни милостиви, яко те помилованы будут. Блаженни чисти сердце, яко те Бога узрят. Блаженни миротворцы, яко те сынови Божии нарекут. Блаженни изгнаны правды ради, яко тех есть царствие небесное. Блаженни есть те, кто поносят вам, и иждинут и лекутся к злоблагонному жуще, мне ради. Радуйтесь и веселитесь, чуткими, превращаться из холодных и жестких в теплыми, теплыми и открытыми для других и для самого Бога. Пост – это время обновления, когда, как весной, все опять становится новым, когда наша жизнь, едва мерцающая, снова оживает силой, которую Бог может дать нам, приобщая нас к своему Святому Духу, делая нас в святых тайнах и в прямом даре самого себя причастниками божественной природы. Это время примирения, а примирение – это радость Божья, и наша радость – это новое начало. И сегодня совершается, в этот день, четвертая неделя Великого Поста, совершается память святого Иоанна Лествичника –
который святой жил в конце 6 века и в начале 7 века, и который написал книгу под именем «Лестница». В «Лестнице» описано, как вознести душу и тело к Богу через стяжание аскетических добродетелей. Святой Иоанн использует аналогию с лестницей Иакова, которая описана в Ветхом Завете, как основу своего духовного учения. Каждая глава этой книги называется как ступень или шаг и посвящена отдельной духовной теме. Лестница состоит из 30 ступеней, 30 главы, которые соответствуют возрасту Иисуса при Его крещении и началу Его земного служения. В общих рамках лестницы книга Его распадается на 3 раздела. Первые 7 ступеней или главах касаются общих добродетелей, необходимых для аскетической жизни, а следующие 19 шагов дают наставления о преодолении пороков и построении соответствующих им добродетелей. Последние 4 ступени касаются высших добродетелей, к которым стремится аскетическая жизнь. Последняя ступень лестницы за пределами молитвы, покоя, бесстрастия. Последняя часть, она о вере, надежде и любви. И любовь, святой Иоанн читателю напоминает, является высшей из этих 3 – любовь. Он сказал, он еще в другой части этой книги писал, что покаяние – это наше возвращение к Богу, обновление нашего крещения. Это подвиг, чтобы обновить наш союз с Богом, наш обет изменить свою жизнь. Это время, когда мы можем научиться смирению, то есть миру, миру с Богом, миром с самими собой, миру со всей тварью. Покаяние рождается от надежды и решительного отказа от отчаяния. И кающийся – это тот, который заслуживает осуждения, но уходит с предстояния к суду без стыда и позора. Потому что покаяние – это наше примирение с Богом. И достигается это через достойную жизнь, через войну с грехами, которые мы совершали в прошлом. Покаяние – это очищение нашей совести. Покаяние – это готовность без слова ропота и в преображение любовью, в преображении любовью, понести всякую печаль и всякую боль. Станем же помнить, что говорит святой Иоанн Лествичник, даже если забудутся вот эти пояснения, эти проповеди, станем помнить его слова, потому что он был человеком, который знал, что значит обратиться к Богу и остаться с Ним, быть радостью для Бога и радоваться о Нем. Память и личность святого Иоанна Лествичника предлагается нам сейчас, когда мы восходим к страстным дням, в пример того, как благодать Божия может обыкновенного простого человека претворить в светильник миру. Будем помнить, дорогие братья и сестры, что святой Иоанн Лествичник стал игуменом великого святого монастыря святой Екатерины на Синайской горе, где сам Моисей получил 10 заповедей от Бога. Этот монастырь был основан на том месте, где сам Моисей говорил с Богом, Бог с ним говорил. И получая законы от Господа,
Это очень важное, важное событие в человеческой истории. И святой Иоанн, лестничник, как я сказал, перед началом этой службы, ему было уже 65 лет, когда его братья этого монастыря выбрали, чтобы он стал их игумен. И он это начал делать, и потому что он так благоговейно к этому подходил, его братья и даже другие монастыри ему писали, просили его, чтобы он бы написал свои мысли, свои советы, свои указания, как надо жить по-православному, тем более для монахов. И вот поэтому его память Святая Церковь в этот день именно и празднует, потому что мы сейчас находимся в Великом Посте, 2 недели осталось только Великого Поста, только 2 недели. На следующей неделе память Святой Марии Египетской, потом уже Лазарева суббота, вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье. И уже начинается Страстная неделя, уже последний подъем ко Святой Пасхе. И поэтому Святая Церковь нам напоминает и нас как бы старается, чтобы у нас разбудилось вот это раскаяние и примирение с Богом. Научимся от святого Иоанна, станем следовать его примеру, станем радоваться о том, что Бог может своей силой сделать с человеком, и с уверенностью, с надеждой, с ликующей и тихой, невозмутимой радостью последуем этому совету прислушаться к Богу, умоляющему нас найти путь жизни и говорящему нам, что с Ним, в Нем мы будем живы, потому что Он есть истина и путь и жизнь вечная. Аминь. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear brothers and sisters, you very well know, I'm sure, that fasting is a time of repentance. It's a time when our petrified, stone-like hearts should, by the power of God, become more sensitive, transformed from cold and hard to become warm and open to others and to God Himself. Fasting is a time of renewal, when, as in the season of spring, everything becomes new, when our life, which has gradually come to naught, hardly flickering, again comes to life with the power that God can give us, by bringing us to His Holy Spirit, and through participating in the holy mysteries to become direct participants in His divine nature. This He does as a direct gift from Himself to us. And this is a time of reconciliation, that is to say, of repentance and forgiveness. And this repentance and forgiveness, this reconciliation, is the joy of God. And it is our joy as well, because it is a new beginning. And today, according to holy tradition, the Holy Church commemorates St. John of the Ladder, who was a saint who lived at the end of the 6th century and the start of the 7th century. And he wrote an important book called The Ladder of Divine Ascent. And in St. John's book, he describes how to raise one's soul and body to God through the acquisition of various ascetic virtues. St. John uses the analogy of Jacob's ladder from the Old Testament as the framework for his spiritual teaching. Each chapter is referred to as a step and deals with a separate spiritual subject. In all, there are 30 steps in this ladder of St. John, which correspond to the age of Jesus at his baptism and at the beginning of his earthly ministry. Within the general framework of a ladder, St. John's book falls into 3 sections. The first section contains 7 steps, and these concern general virtues that are necessary for ascetic life. The next 19 steps give instruction on overcoming various vices and the building of their corresponding virtues.
But the final four steps of the book concern the higher virtues toward which the ascetic life is aiming. And the final rung of the ladder, which after he writes about prayer and stillness and dispassion, the final chapter is about faith, hope, and love. And at the very end, his very final words of the book, he reminds the reader that love is the highest of these three. Faith, hope, and love. Love is the highest of these three. St. John wrote that repentance is our return to God, the renewal of our baptism. It's an ascetic feat or struggle to renew our union with God, our vow to change our lives. And this is the time when we can learn humility, that is, peace. Peace with God, peace with ourselves, and peace with all of creation. Repentance is born of hope and a determined rejection of despair. And the one who is penitent is actually one who deserves condemnation, but leaves this impending trial without shame or dishonor, because repentance is our reconciliation, our peacemaking with God. And this is achieved through a worthy life, through a battle with the sins that we committed in the past. Repentance is the purification of our conscience. Repentance is willingness without complaining and through transfiguration by love to bear all sadness and all pain. So let us remember, dear brothers and sisters, also that, as I said before this service began, that St. John Climacus became an abbot of a monastery quite late in life. He was 65 years old when his brethren, the brothers of the Holy Monastery of St. Catherine in Mount Sinai, elected him to be their leader, to be their abbot. And we should also, there is some symbolism, I think, in the fact that this monastery of St. Catherine was established on the very spot where Moses received the Ten Commandments from God himself. This is where he spoke with God and where God spoke with him, the site of the burning bush. And this monastery is the place where humanity received the law from God. And there is something to be said about this, the fact that St. John himself was the abbot of this great and holy ancient monastery. In fact, dear brothers and sisters, the monastery has been continuously occupied and functioning since its inception. And it contains perhaps the oldest library in the world, the oldest surviving library in the world, and some very ancient icons. One of the icons that it has is one that was written in the 12th century, and which is, you can see a sort of a modern day copy of that icon lying on the analogian stand in the middle. It's the Ladder of St. John. And that the original still exists, and it is still in that monastery today. The significance of the fact that his monastery was the place where humanity received the law of God should lend extra weight to his words, to what he wrote in his book of the Ladder, and why the Holy Church, of course, commemorates him during Great Lent. Even though the Ladder was written more or less for the monastic people, it is still very useful to us who are lay people trying to navigate our way through Great Lent, of which there are only 2 weeks left. So let us remember what St. John of the Ladder says, because he was a man who knew what it means to turn to God and to stay with him, and how to be a joy to God and to rejoice over God. The memory and personal qualities of St. John of the Ladder are offered to us now by the Holy Church as we ascend to the days of Holy Week in Great Lent. And as an example of how the grace of God can transform an ordinary, simple man into a light for the world, a lamp for the world. Learning from him, may we follow his example. Let us rejoice at what God can do to man with his power and with his confidence, with hope, with radiant and quiet, unabashed joy. Let us follow St. John's advice to listen to God, who implores us to find the way of life and who tells us that with him, in him, we will live, because he is the truth,
He is the way, and he is eternal life. Amen. Прицепся ця душе, цього помишлення наше курце. Господи, вседержителю Божий, Отец наших, молимтеся, услыши и помилуй. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимтеся, услыши и помилуй. Нашего святейшего патриарха Кирилле, и о господине нашего высокопреосвященнейшего митрополите Николая, первоярсе русской зарубежной церкви, и о господине нашем преосвященнейшем епископе Георгии и все его кресте братьи наши. Православных людей, а в Отечестве России несущих его спасения их. Еще молимся о стране сей власти и воинства, и все меры благочестием живущих в ней. Еще молимся Господу Богу нашему, еже избавителю не стоят враг видимых и невидимых. Всем во Христе братстве нашем. Еще молимся о блаженных и престопоминных святейших патриарсах православных и благочестивых царей и благовенных царицах и создателей святого храма сего и о всех прежде почивших отцах и братьях, стележащих и повсюду православных. Еще молимся Тебе, Господу Бога нашему, еже услышит и согласу умоления нашего и молитвы, и помиловать и рабу Твою, Анну, благодать и щедротами Твоими исполните все прошения ее, и простите все согрешения, воле невольной, благоприятным же быть мольбами, милостыням я, пред престолом Владычествия Твоего и покрытие от раб видимых и невидимых, от всякой напасти, беды, скорби, недугов избавите, и подайте здравия, злоконец и мрцем все, Господи, услыши и помилуй. Врачу души телесу умилением, в сердце сокрушенным Тебе преподаем и синящим опием, Ти исцели болезнью, врачу и страсти, души телес рабов Твоих, протоиерея Александра, протоиерея Бориса, иеромонаха Амвросия, Евгения, монахини Ларисия, Ксения, Татьяна, Надежда, Соломон, Адриана, Луки, Натальи, Николая, Михаила, Анны, Натальи, Константина, Антонина, Зои, Кирилла, Таисии, Марины, Параскевы, Анны, Гавриила, Галины, Григория, Константина, Федора, Младенц, Лидии, Ирины и Иоанна. И простека благосердия, прегрешение воли невольной, скоро воздвигнем про болезни. Молимтесь, услыши и помилуй. Поежу в просветение света своего благоразумия мысли ожесточением помраченных, верной же своей в стране украинцы укрепите и невредимых соблюсти. Молим тебя всесильный творче, услыши и помилуй. Еще молимся о плодоносящих и добродетельных святимися честным храмесем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя великие и богатые милости. Господи Иисусе Христе, Боже,
Богородный и Богоносный Отец наш, Рангоний, Феодосия, Кирик, Черский, Чудотворцев, Сергия, Игумена, Радонежского, Иева, Почаевского, Серафима, Саровского и всех святых благоприятных сотворим молитву нашу, о Церкви и о всех людях твоих, от единой руки и крещения Еже Христе тем, князе Владимире, мы, чадо Твоя, благодать и восприяму, дух, брата любия и мира в сердцах наших на веки утверди, благодатью Твоей власть придержащих по святому благу настави, лишенные крова в доме введи, алчущие напитай, недумающие и стражащие укрепи и истини, смятение и печали сущим, надежду благую и утешение подашь, убиенным в прощении грехов и блаженное упокоение сотвори, исполни нас, я же в тебя веры, надежды и любви, яко дал во всех странах наших едиными усты, единым сердцем исповедуйся Тебе, Господу и Спасителю нашему, Иисусу Христу, за безначальным Творцем, Пресвятым и Благим и Творящим Духом во веки веков.
господина отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и господина нашего высокопреосвященнейшего Николая, митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского, первоверховной русской зарубежной церкви, и господина нашего преосвященнейшего Георгия, епископа Сидейского и австралийского Новозеландского, да поменит Господь Бог во царстве своем всегда ныне и присно, и во веки веков. Богохранимую страну российскую, вся православная люди ея, во Отечестве и рассеяние сущих, страну сию власти и воинстве, я всех верую и благочестием живущих в ней, да поменит Господь Бог во царстве своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Священство монашества и всех гонимых и стражей за веру православную, создателей, благоукрасителей, жертвователей, братья и сестричества титера, поющих святого храма сего, вас и всех православных христиан, да поменет Господь Бог во царстве своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Ой, помилуй, 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 помилуй
возношение в мире приносите. Всеми вами. Иисус.
Thank you.
trust in this church in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. In the middle of Dabakai Temple, we shall sing praises unto thee. The servant of God, Justin, his church, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Servant of God, Justin, is churched in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ныне отпущающий раба твоего Владыка, по глаголу твоему с миром, как видите, очи мои спасение твое, еже и сил готово пред лицем всех людей твоих. Свет, обитель языков, слава тебе. Precious blood. Wherefore I pray thee, have mercy on me, and forgive me my transgressions, voluntary and involuntary, in word, in deed, in knowledge, and in ignorance. And vouchsafe me to partake without condemnation of the most pure mysteries, unto the remission of sins and life everlasting. Amen. Of thy mystical supper, O Son of God, receive me today as communicant. For I will not speak of the mystery to thine enemies, nor will I give thee a kiss as did Judas. But like the thief do I confess thee, remember me, O Lord, in thy kingdom. Let not the communion of the holy mysteries be unto me for judgment or condemnation, O Lord, but for healing of soul and body. The servant of God, Justin, the body of God, the Son of Jesus Christ, and the remission of his sins, and the life of the last. Thank you.
благослови достояние Твое. Спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоей сохрани, освети любящий благолепие Дому Твоего, а Ты тех воспрослави божественную Твоей силою, и не остави нас уповающих на Тя. Мир, мир ведь Твоему дару и церквам Твоим священникам и всем людям Твоим, яко всякое даяние влага и всяк дар совершен свыше есть, сходяй от Тебе, Отца Светов, и Тебе славу и благодарение, и поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
Отцу человека любим всегда, на ней пресно и во веки веков. Свечника, игумена Синайского, и всех святых помилуйте, спасет нас всех, благо человека, любец. Следующее богослужение в нашем храме будет на следующей неделе, в субботу, если Бог даст, в 6 часов, в воскресенье утром в 8 часов. И также напоминаю всем, что в субботу у нас утром будет общая уборка нашего храма. Это очень важное дело. Пожалуйста, приходите, поддерживайте, потому что мало времени осталось до Пасхи. Как вы знаете, после шторма, после того, что было у нас в декабре, еще очень много чего, которое нуждается в очищении, очистке, там, налаживании, всякого такого. Значит, пожалуйста, приезжайте на следующую субботу утром. Мы начинаем в 7, но приезжайте, когда можете, утром, и помогайте, поддерживайте уборку храма. В этой неделе тоже в понедельник праздновала свой День Ангела матушка Анна Вигдан, которая сегодня управляла наш хор в отсутствии нашего обычного регента Николая. Вот, поздравляю матушку Анну с Днем Ангела, желаю ей много лет. И, может быть, вы тоже так заметили, что сегодня мы воцерковляли новопросвещенного младенца Иустина. Его поздравляем, его восприемников тоже поздравляю, Кира и Софии, и родителей его, Антонины и Киев. Много лет вам. Dear brothers and sisters, I greet you all with the feast of the Sunday and the feast and the memory of St. John of the Ladder. Our next service, God willing, will be on Saturday night at 6 p.m. and Sunday morning at 8 next week. Now, we also have a general cleanup scheduled for Saturday morning, starting at 7 a.m. Please come and support the working bee and the general cleanup of our parish, because as you can see, after the storm of December the 15th, there's still a lot of things that we couldn't turn our attention to in terms of tidying up, but it's our last opportunity to do so before Great and Holy Pascha, before our Easter services. So please come along and help. We really, really need your assistance. 7 o'clock is the nominal start time, but come when you can in the morning. Many hands make light work, and you'll be very much appreciated. Also, this week on Monday, Matushka Anna Bigdan had her names day. She today conducted our choir in the absence of our regular choir conductor, Nicholas, and did a sterling job. We congratulate her on her names day and wish her many years. Also, you would have noticed that we churched an infant today. He's the newly baptized Justin. We congratulate him and his sponsors, Kurt and Sonia.
and also his parents, Антонина and Keith, many years to all of you. God bless you. Также тоже хочу напомнить вам, что следующее воскресенье вечером в 6 у нас будет общее соборование. Это второе общее соборование Великого Поста в этом году. Кто еще не соборовался на Великом Посте, пожалуйста, вы можете участвовать, если вы крещенные православные христиане. То есть вы должны иметь право принять святых таинств Святой Церкви. Dear brothers and sisters, also just one other reminder. On Sunday at 6 p.m., next Sunday at 6 p.m., the 21st, we will be serving the second of the two general unction services for the Brisbane Deanery, or the Queensland or Northern Deanery, whatever you want to call it, which the first of which was at Sabor last week. This is the second of the two. If you haven't had a chance to have unction and you are a baptized Orthodox Christian, you may come to this and participate, but be early, be there before six, well before six if you can. Write your name in the Book of Commemoration, and you can participate. I also suggest not bringing infants to that service because it's a long service. They will be unsettled, and the service really is not of a character that is conducive to having infants. So that's at 6 p.m. on Sunday in our parish, General Unction. Again, a ritual of the feast. Благотестное и мирное житие, здравие же и спасение, и во все благое поспешение.